В районе стадиона «Строитель» столкнулись две «Тойоты». Не уступил, не пропустил, вот и ДТП. Как говорится, не прошло и 3 года. Дежурный перекресток в районе стадиона «Строитель». Авария из 2 машин, разбор полетов. Полицейские уже опросили владельцев столкнувшихся транспортных средств. Рулевого хэтчбека «Тойота Виц» и хозяина субкомпакт-вена «Тойота Порте». Водители написали объяснительные, уже готовы их преподнести стражам правопорядка. По словам водителя «Тойоты Виц», он двигался с проспекта Столетия Владивостока в сторону Верхней Молодежной, а его оппонент выезжал из-под моста со стороны Овчинникова. Ехал, подъезжал к перекрестку, человек стоял. Ну, я так понял, что меня пропускает. Уже поехал, в последний момент тоже поехал. Ну, ДТП произошло. Сотрудники ГАИшников подъехали, все, оформляемся. Удар автомобилей очень сильный. Виц обездвижен. Моя нет. Вытек тосол. На шкворке поедет. На место ДТП прибывают аварийные специалисты, но хозяева ВИЦ и Порты отклоняют их предложение. Решают оформить аварию с помощью уполномоченных сотрудников полиции. Ждать их долго не приходится. Наряд дорожно-патрульной службы уже тут как тут. Орудуют измерительной рулеткой.